хорошо, девушка. Все хорошо. Он же специально. Ты? Да. Красота моя. Ну-ка, будем засыпать. Держи. Солнышко пополам тебе и горку на солнце. Хватит. Сюда на солнышко стоит. Угу, вот сюда. Вот сюда. И ты останешься на солнышко, если тебе не забыть. Угу. Это все? Там чего чуть-чуть можно выйти. Давай теперь с тобой аккуратненько что-то сказать, стягивать и красиво сказать. Угу. Вот такие художества. Ой, молодцы. Высыпаем. Ура, что получилось. Какая красотень. Ой, как здорово. А давай синего. Синего, темно-синего, да? Что у нас тут темно-синее? Темно-синие вот тут ушки, крылышки, да? Это, по-моему, более светло-синий, да? Я так понимаю, голубой мы тут скажем. Так, уши и крылья. Вроде бы все, да? Здорово получается. А сама, она голубая? Сама она голубая. Какая красота, как интересно. Так, ну что, теперь предлагаю оранжевый. Рождение. Оранжевый. Оранжевый не чинурики и лапки. Рождение шедевра. Сколько же ребячьего восторга, скажи, да? Мама, а ты не видела, как там еще в другой стороне синего? Где? Вон. Мы сделаем это голубым, потому что слишком будет темно это синее. Ваш сосед благоухает. Вот его дезодорант там придет. Нельзя? Французский. Так, у всех не ладно. Ой, какая красотень. Давай, смотри, тут раз, два, поняла? У каждой солнышки на носик и на лапку. По чуть-чуть. Хватит, все. И дальше там на лапку. Вот так вот по чуть-чуть. И отходим. Снизь, да? Ну, потом все черные, ну,
подожди. Нам надо костюм сейчас. Светлый зеленый или темный зеленый? Каким ты хочешь? Светлый зеленый, да? Я предлагаю сначала темно-зеленым крылышки сделать, да. А потом и светлый зеленый. И травка? Ну вот, зеленый. Да, она и травка. Да. Ты так помогаешь? Ума. Ты так усердно помогаешь, а? Не надо раньше времени какая делать. Так, давай. Смотри, вот тут чуть-чуть возьмем ее. Если там что. Я поняла, но не совсем. Все, каляка получилась красивая. Вот. Теперь я предлагаю, да, что полностью мы забыли беленьким нам надо. У нас много беленького, вот смотри, мне глаза и пузики. И глаза, и пузики. Вот белый. Да, белый красивый. Что-то много цветов. Ну, тебя же на острова еще. Там, тебя, у них глаза разные. Вот, вот они одинаковые. У них... Ой, какая каша малая, разноцветная каша малая. Ну-ка, покажи, что получилось. Разные цвета, да? Вот, разные цвета. А ручка у тебя разноцветная получилась? Все пальчики, да? И которые красивые. И тоже рамочка красивая. Посмотри, какая красота. Mm-hmm.
Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Смотри, какая прелесть. Какие красивые птички пошли. Сейчас выйдет еще одна картинка на сцене.